Человек изучает ТикТок в час ночи. Колхоз. Прикиньте, если завтра она выйдет в рекомендации мне. Она уже минут 40 сидит, морды корчит, там что-то отвечает на какие-то вопросы. Да, стали задавать подписчики мои. У нее уже один подписчик, ноль видео, но уже подписчики имеются. Видала, как работать надо. Не говори. Да. Все, я стесняюсь, Ира. Да, тебе надо втихаря снимать. Мне кажется, вот как ты сейчас расслаблен, никто так не расслаблен. Она сейчас стесняется, так она сидела. Ой, иди. Ну, сделай какую-то ложь. Да не хочу. Сейчас телефон просто. А какую ты выбрала? Когда он тебе уже сядет уже? А какую ты выбрала маску? Никак. А что это за маска? Я только не знаю. Нет. Вот видишь, кто кого еще учит тут ТикТоку. Видишь, иди, я тебе расскажу, какие маски есть вообще в ТикТоке. Все, пока. Говори моим подписчикам пока. Пока. Подписчики. Будешь с нами ходить? Нет. Говори на камеру. Не буду. Утро. У нас сегодня... Крайний, последний день нельзя говорить, крайний день в Обнинске. Мы уже сегодня сейчас поедем домой, позавтракаем. С утречка уже сделали сырничков. Сейчас будем хомячить. Такой шедевр мы сделали детям нашим. Пока по одному, а там посмотрим, она скажет, что же дети обделили. Пошли, Алин, кушать. Чай отнесла уже? Угу. Молодец. А кипит ломается, долго начинается. Все, молодцы. Вчера в каждом магазине, да? А если будешь сдаться, то я буду кусаться. Касаться не печем, надо даться кипятем. А кипится, мается, нужно начинается. Это второй раз. Ждем еще раз 30. Сейчас только до угла. Опять. Вчера в Обнинске купили черешню. Туда нам. Бомбическая просто. Она сладящая. Вчера был килограмм 180 рублей. Бери прям две. Сегодня уже 170 рублей. Она очень сладкая. Она крупная. Просто везде там по 200 рублей. Сегодня уже идем. Там я видела еще в одном месте 180. Но там она мелкая. А это крупная и сладкая. Вот я взяла на 200 рублей. Целая вот такая вот посудина. Очень вкусная. Кто из Обнинска? Идите. Молодец. Только косточку выкидывай. Идите на Аксеновский уличный рынок. А вторая палатка от магазина Dixie. 170 рублей. Самая дешевая черешня на всем этом рынке. На всем этом рынке. Это которая около Dixie. Не там вглубь, где прям рынок-рынок, а вот который магазин Dixie. Вот тут одна будет стоять вот так вот палаточка. А это вот так стоит. Это вот одна вот так вот наискосок стоит. Вот Dixie, вот она наискосок стоит. А это именно вот так стоит. Вот. Получается, Dixie у нее вот тут сбоку. Вот. Ну, у меня ошибаюсь, 170 рублей, там очередь огромная. Прям берите, не пожалеете, вкуснятина. Ну, какая крупная. И вот это даже красная. И она ничем не отличается вот от такой темной. Она такая же сладкая. Купила свои маски, что я купила. И хочу вам поближе. Я прям затарилась. Я же принесла ту, я так ее не использовала еще. Увлажняющую кокосовую. Хочу почитать, что тут, как тут. Вот коллаген, черная маска для глаз против черных точек. Под глазами черные точки есть? Ну-ка. Коллагеновая черная маска для глаз против черных точек. Я знаю, что есть такие, черные мешки. Ну, разве под глазами есть черные точки? Ну, возможно. Так, вот такая маска. Коллагеновая золотая маска для глаз.
Маска проникает в свою кожу вокруг глаз, увлажняет и восстанавливает ее, успокаивает. Это хорошо. Мне, конечно, вот от отечности. Алоэ вот такая маска. Так, маска для лица с экстрактором алоэ. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, снимает покраснение, улучшает, защищает свойства кожи. Повышает ее способность удерживать влагу. Держать 20-30 минут. Офигеть. Так, тут по-русски что-то есть. Тканевая масса с экстрактом семян зеленого чая. Так, чай. Улучшает цвет лица, придает коже упругость и замедляет процесс старения. Это такая. По 40 рублей они были по акции. Так, так. Вот такая маска. Маска с высоким содержанием улиточного муцина. Подарит коже упругость, эластичность, защищает от преждевременного старения, тянет и увлажнит. Такая маска, они были по акции по 40 рублей. Там была акция, по срокам смотрю, нормально. Так, мне, тканевая маска для лица с углем. Минеральный компонент, который выходит в состав угля, помогает поддерживать кожу и в здоровом состоянии. Защищает ее и предотвращает появление прыщей и излишнего себума. Не знаю, я по маскам вообще не спец. Что такое себума? Себума, да? Себума же написано. Блин, себума. Излишнего себума. Я колхоз, я не знаю, что такое себума. Вот такая маска, вишенка. Тканевая маска для лица с экстрактом ацеролы. Так, маска для лица с экстрактом ацеролы оказывает активное подтягивание и оксидантный эффект на коже. Освежает, увлажняет, уменьшает морщины, сжимает поры. Так, вот такая маска. Тканевая маска для лица с коллагеном. Так, что она делает? Восстанавливает кожу, повышает ее эластичность, увлажняет, уменьшает морщины и преждевременную старость. Ну и вот та, которая у меня здесь, я не знаю. Тканевая маска для лица с рецептом простого увлажнения. А тут не написано, что она делает. Просто увлажняет, короче, наверное, вот. И вот это же я купила. Я вам уже показала, думаю, сейчас поближе покажу. Сейчас пойду в душ. Мы только приехали, я только вот черешню помыла, думаю, блин, устала как собака. И краску, наконец-то. Раньше она была синей упаковкой, а сейчас черный. Вот, и подорожала. То я ее покупала за 100 рублей, сейчас почти за 200. За 189 рублей для бровей краску купила. Но она классная. Кстати, купила, не посмотрела. А, до 22 года. Нормально. Черная. Там еще какая-то появилась тоже этой же фирмы. Эстель, но только маленькая какая-то. Я не знаю, что там за краска. Там она написана краска татуаж. Ну, что-то я и побоялась брать. Мало ли, я нарисую как-то неправильно брови. Вот. Все, пошла купаться, а то прям мокрая. Прям вообще жарко на улице. Мне кажется, градусов 40. Просто там так жарко, капец. Ну вот, накрасила я брови. Еще не была в душе. Сейчас накрашу, смою и уже пойду купи-купи. И я. Класс, я так рада, что... Нарья, не трепыхай. Наконец-то купила брови. Купила брови. Купила краску для бровей. Я все, блин, нет, не могла ее найти у нас с малым. Раньше спокойно можно было найти вот в этом профессиональном магазине Эстеля. Арен! Ужас! Не делай так больше, мне больно. Все, а ты сейчас задницу, глянь, трусы иди поменяй, мокрые. Она, я сейчас пошла мыть это все. Она голову поставила, я прямо ее под душу. И она все мокрая. Это вот, заходила в Эстель. Сейчас не, ну, все, весь этот магазинчик у нас небольшой такой, весь закрыт. Поэтому и краски там нет. Все, остановись, Баби.
Что, тем временем у нас потоп? Хотя сегодня дождя не было, вчера, смотрите, ребята. Ужас потом маме отмывать их. Да, Арин? Угу. Там прорыли он какой-то пол... Что это? Вот это вот что они прорыли, тут интересно. Ужас, ужас, он, они в джинсах, они даже не в сапогах, а, нет, в сапогах. Но сапоги короткие по сравнению. Обалдеть. Я в шоке. А у нас вот такая штучка, посмотрите на нее. У нас здесь чуть-чуть все... А маме спортом заниматься. А почему? Это для спорта. А зачем? Как так зачем? Чтобы худеть маме. А я просто задумаю, что это ты будешь вот так, чё? Там у нас фотосессия. Фоткаются. Не видно, но там стоят фотки. Фотосессия, фотосессия. Вон они кидают, видишь, что там? Грязь какую-то кидают. Ой, упал. Ой, мама его как увидит, обалдеет. Конь грязный будет, ужас. Подарочек маме приведет, принесет. Да уж. Ребятишки нафоткались. Один идет, фотограф смотрит свою работу. Модели пошли вперед. А где модель? Не дали мне сходить в душ. Сейчас мы собрались и идем к свекрови. Моя свекровь переехала в новую квартиру. Вот, во-первых, идем смотреть на эту новую квартиру. Во-вторых, на ужин, потому что я только приехала, естественно, я ничего не приготовила. Идем мы ужинать. Заодно смотрим новую квартиру. И прогуливаемся. Вот. А завтра поедем на велосипедах. Сейчас договоримся, чтобы свекровь посидела с Ариной, а мы поехали на велосипедах. С завтрашнего дня начинается марафон! Все, поехали. Тут как окно открываешь. Это не балкон тут. Окно открываешь, руку протягиваешь. Вот тебе и завтрак. Смотрите, сколько яблок. Прям можно рукой. Она открывается? О! Вот! Раз. Мама, дай позавтракал. Дай потрогать. Да. Спасибо. Только его есть нельзя, оно еще не созрело. О, раз. И вот так можно руку убрать. Все. Да, раз, позавтракал, да? Да. А пойдем еще на балкон сходим, что там с балкона видно. Только его есть пока нельзя, Арин. Оно еще не зрело. Пойдем на балкон. Здесь все мои оставили, да? Ну, пока что расставлено, конечно. Только что переехали. Давай. На балкон. Выдержи там, мама. Вау. Вау. Класс. Ой, что-то скрипит. Выдержи там, мама. Сейчас развалится. Классно. И у меня скипит. Надо отсюда уходить. А тут не открывается, что ли? Ну да, открывается. Думаешь? А, нет, там что-то не открывается, Арин. Не будем, ладно. Пойдем отсюда. Пойдем. Мам, смотри, фен. Это не фен. Не фен? Нет, это не фен. Не фен, а не фен. Ой. Мам, смотри, здесь фен, у нас фен. Пойдем. Ой, а кошки-то где? Пойдем посмотрим. Пойдем. А где кошки? Я не понимаю. Я не понимаю, где кошки. Одна серая лазит, где белая. Ну та зашкеливает. Я стаканы. Так это зашкеливает. Запряталась. Ну вот тут нет стакана, тут только эти тарелки. Да я из этого могу. Из обычного.
Здесь есть стакан, вот он, но он в коробке какой-то лежит. Он, наверное, из какого-то моря привезенный. Какой стакан? Вот. Вот. Ты из Сочи, это стакан. Тут Сочи есть стакан, и все. Ну да, и все, больше нет стакана. Надо водой сходить, да? А, вот еще тут что-то есть. Нет, тут тоже нет стакана. Стакана еще. Под коньяк и под пиво. Смотри, вот такая здесь еще есть. Короче. Вот такая. Вон где-то кошки орут, Арин. Вот, смотри, какая. Привет, Дед, смотри, какая. Дед, смотри, какая еще. Я из окна снимаю. Вот, подуй оттуда таблетку. Я хочу лезут в эти. Вот это, подуй. Это она в мусорке лежала. Нет, она другая. В ведре лежала. Это синяя лежала. Что ты ищешь? А я как?